Всем добрый день. У нас сегодня день рассказа о таком прекрасном и полезном парнике, в котором выращивают баклажаны, перцы, ну и что все остальное низкорослое. Сейчас вам покажем, как он работает. Смотрите, у него есть две створки. Легким открытием руки открываем. Раз. И здесь работаем. Ширина общая 1200, длина 2 метра. Высота 60 сантиметров. И высота нижней части 200 миллиметров. Если вы хотите подойти с другой стороны, эту сторону закрываем. Закрываем. И с другой стороны также легким прикосновением руки открываем. С двух сторон получается шикарный доступ. Везде идет обрамление. То есть перфолента и торцевой профиль, как мы видим, да? В большой полусфере идет уплотнитель. Резинка уплотнительная. Закрываем. Ручка вот такая в комплекте. Есть несколько вариантов. То есть вы можете его заказать просто железо, а можно заказать цельное. Этот образец стоит на брусе. И обшит полностью поликарбонатом. Нижняя часть, так как она заходит, видим, сюда, у нее резинка одета на торце поликарбоната. Каркас. Лень, открой. Сейчас. Каркас, значит, изготовлен из профильной оцинкованной трубы. Два варианта. Два, наверное, 20 на 20. И 20 на 40. Здесь ширина 20 на 40, потому что две трубы облокачиваются. Видите, все красиво как и качественно. Закрываем просто. Оп. И получается вот здесь нахлёст выходит за конструкцию. И вот здесь. Длина у него 2 метра. Поликарбонат самый качественный. Вот такой прекрасная у нас получилась хлебница. Называли мы ее Уральская. Стоимость ее, если брать полный комплект, вот так все собранный, 11 640 рублей, если мне память не изменяет. Приезжайте, заказывайте, всегда в наличии. Такие парники. Будут вопросы, задавайте. То есть можно сюда, там 20 сантиметров, можно насыпать земли. Или ничего не насыпать, чтобы выше было. Вариантов много. На ваше усмотрение. Сегодня вечером будет пост. Мы расскажем вам. Все расскажем. Так вот. Читайте пост. И все будет супер. Также ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии, палец кверху. Всем до свидания. До новых встреч.